Привет, сегодня 12 ноября. Меня часто спрашивают, почему я не выкладываю видео укрытия инжира, а только рассказываю о том, как укрывать. Ну вот смотрите, что у меня происходит на участке. Еще все кусты в листве. Кое-где висят еще плоды. Сегодня уже не успею, темнеет, а завтра соберу. Надеюсь, еще будет несколько килограмм. Ну вот, из-за похолодания, думаю, через несколько дней листва облетит. Начну активно вырезать, укрывать. Все сниму, покажу. Смотрите видео, а сейчас просто пройдемся. Немножко покажу. Видите, те, которые кусты не на ветру, они вообще стоят еще. Листья как были, так и есть, не подвявшие даже. Кусты, видите, еще плоды висят. Сам уже жду, морально и физически, и материально готов к укрытию, но надо дождаться, пока выйдет листва. Что я сделал сегодня? Те саженцы, которые я высадил недавно, то есть совсем еще молодые, я предварительно укрыл, чтобы защитить от заморозков, тем более с ветром. Молодые побеги еще, молодые саженцы, еще не принявшиеся, могут обмерзнуть и пострадать. Поэтому этого нам не нужно делать. То, что сажал весной, пока даже не трогаю. Я думаю, этот мороз им не страшен, буду выживать чуть попозже. Вот у меня посажены рядами через 2,5-3 метра. Можно одеть и немножко землей присыпать по кругу, и все, больше можно ничего не делать, все выживет зиму. Так вот, покажу дальше. То есть здесь у меня были совсем маленькие саженцы, вот я их просто прикрыл, и все, идем дальше. Придется ждать. То есть вот такой же принцип. Сверху кладу утеплитель. Тем более низко к земле, ничего не вымерзнет. Смотрите, вот рядок у меня. Дальше там вот через 2,5 метра высажены. По этому принципу через несколько дней будем укрывать и более взрослые. Короткое видео, посмотрите в описании, еще несколько мыслей своих напишу. А так ждем уже все вместе укрытие взрослых кустов. Кто-то из вас, наверное, уже укрыл, но тем не менее, будет время, гляньте. Спасибо вам за внимание, до скорого.